Всем доброго времени суток, зрители моего канала, на связи ProGamer. В этом видеоролике будет превьюшка по игре Метро. В последнее время я очень часто делаю на эту тематику, но вам все нравится, так что кому нужна превьюшка PSD, по ссылочке в описании забирайте и пользуйтесь. Итак, с чего мы вообще начинаем? Первые этапы, конечно же, это создание композиции. Композиция в работе есть 100% хорошего результата. Если вы ее заранее, опять же, продумали, почему я постоянно повторяю одни и те же вещи в данном плане про композицию, так как, исходя из моей долгой практики, композиция вообще решает абсолютно все. Она может изменить исход работы, то есть саму работу полностью. Так что обязательно всегда учитывайте композицию. К примеру, вы заранее в голове продумали, как у вас будет выглядеть работа, то есть что вы примерно накинете, все. Дальше вы на основе вот этой вот композиции опираетесь, то есть что поменять, поправить, все такое. Вот, это очень сильно зарешает саму работу. По поводу самой обработки, я использовал тут, как правило, работал кистью в основном, старался менять режимы наложения, достичь наилучшего результата. Также докидывал там всякие разные партиклы, дымочек, эффекты огня. Настраивал цветокор по максимуму, то есть все пытался вписать как можно лучше. Моя первостепенная задача была это прокачать работу в несколько раз от исходного результата. Вот. Я, в принципе, это сделал. Вот, от своей композиции я прокачал все как бы. Вот. И что могу еще сказать? Если же у вас что-то вдруг не получается, то есть, ладно, к примеру, вы уже устали там конкретно работать, в таком случае вам необходимо взять и отдохнуть, то есть сколько-то отдохнули, потом обратно зашли, потренировались уже сколько-то, там минут 5-10, на какую-нибудь так быстренько превьюшку сделали и перешли к основной работе. Это очень хороший подход, особенно для начинающих дизайнеров, он решает многое, то есть может прокачать вашу работу, опять же, все эти действия, они действительно очень полезны, и вам необходимо добавлять их в свой, как бы в свой подход работы к превью. В принципе, я могу дать вам множество советов, прям много очень крутых советов. Но на это уйдет, опять же, очень много времени, а моя задача объяснить все в сжатом формате. Я недавно выпустил курс по фотошопу. Кому нужно, покупайте курс конкретно по созданию таких же вот превьюшек. Идем от А до Я, то есть ничего сложного в курсе нету. Поймет абсолютно каждый. Я все объясняю простым языком. В случае чего-то кто-то вдруг что-то не понял, мне пишут во ВКонтакте, я разбираюсь уже сам. Вот. То есть стараюсь максимально дать ту самую сжатую информацию, которую я получил за долгое время своей практики в фотошопе. В данной же работе я вам так скажу, я использовал те же самые методы, способы, как и использую обычно. То есть главное знать один и тот же подход к созданию работы. Все. Если, точнее, вот этот вот шаблон, который вы отработаете, на нем будет строиться абсолютно все, все ваши последующие работы. То есть это как бы основа основ, которую вы должны знать в создании превьюшек. А дальше уже вы будете усложнять, делать проще работу. Это уже лично на ваше усмотрение. Но основы, они должны как бы у вас быть при создании превьюшек. Вот. Что я еще могу сказать по данной работе? Ну, вот такие детали, как контурный свет, опять же, это все второстепенные вещи, как бы основы, они одни. То есть основы знаете, знаете и второстепенные вещи, они как бы сами по себе приходят с опытом. Вот. Ну, как бы тут все максимально просто получилось. Больше практики, опять же, больше тренировок, результат будет все лучше и лучше. Также, если кого-то что-то интересует, пишите в комментариях. Обязательно объясню, что к чему. А вообще, вот, пишите либо во ВКонтакте, то есть тоже помогу что-то как. Только главное не спамьте, а то в последнее время очень много спамят и... Как бы не очень хочется отвечать таким людям, которые по 10 сообщений пишут зачем-то, хотя как бы знают, что я все равно отвечу, вне зависимости от того, сколько сообщений вы мне написали. Но когда много пишут, это немножко бесит. Вот, учитывайте это тоже. Пишите как минимум 2-3 сообщения, тогда уже окей, все.
Ну вот и так финальный результат. Не знаю, понравилась вам работа или нет. Но на этом спасибо каждому за просмотр. С вами был ProGamer. Увидимся в следующих видеороликах. Всем пока.